Апел о чем ролика хотел бы вам посмотреть очень интересный канал, называется он Реал. Это канал моего знакомого. Он снимает на проекте Amazon Holyplay на первом сервачке, где играю в принципе я. Канал реально очень интересный, классные видосики. Также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на его канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова серия на проекте Amazon Holyplay. Сегодня будет, пацаны, максимально интересное видео. Я думаю, вы сейчас находитесь в шоке от того, что... Да, пацаны, у меня есть новый бизнес, который стоит 300 миллионов рублей. И вы подумаете, блять, откуда? Откуда просто ты его взял? Сегодня я вам все это расскажу, пацаны, и покажу. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте постараемся на этом ролике набрать 300 лайков. Потому что, я думаю, вы по-любому в шоке, типа, блять, вы скажете, Кирилл, ты заебал, откуда просто? У тебя каждый день, каждый раз что-то новое и интересное. Вот сегодня я вам это все расскажу, покажу. Не забывайте вводить по промокод. Вот, пацаны, пишите MM, потом седьмая вкладочка промокод. Указать друга ютубера и вводите ему промокод Кирилл Гейм. Кирилл Гейм капсом. Давайте, пацаны, постараемся побыстрее уже сделать 2000 в активации в промокоде. Я вам буду очень сильно благодарен. Итак, пацаны, сегодня я вам покажу свой новый бизнес. Расскажу, куда делся бизнес-магазин оружия. И вообще расскажу, откуда у меня появился этот бизнес и как я его заполучил. И сколько денег я за него дал. Ну, за него я дал примерно 300 миллионов. Но каким образом, я сегодня вам расскажу. Если что, это не мой гелик, пацаны, мне дали его поддержать. Поэтому можете не думать, то, что я его купил. Просто дали поддержать этот гелик с номерами хер 8, поэтому все нормально, пацаны, гелик не мой. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Давайте я все-таки покажу свой старый бизнес, потому что, я думаю, не все зрители знают, какой у меня был бизнес перед этим. Если я сразу новый бизнес покажу, то многие не поймут вообще, что произошло и что на что я поменял. Итак, пацаны, у меня был бизнес, вот, магазин оружия. Владел я этим бизнесом, ну, примерно месяц, может быть, чуть больше. Я точно не знаю. Финка здесь была иногда там 800 тысяч. Иногда лям было, но это было очень редко, пацаны. Это было очень и очень редко. Оплата здесь в месяц была 4 миллиона 200 тысяч рублей. Продукты здесь ниже 75 для закупки нельзя было поставить. То есть бизнес сам по себе классный, но владеть им, пацаны, это пиздец реально. Это реально пиздец. И я это осознал спустя там некоторое время. То, что владеть данным бизнесом, это реально пиздец. Это как бы и классно, но невыгодно. Особо это невыгодно, пацаны. Бизнес реально пиздатый, мне он понравился, но так как его сделали, здесь финка реально бывает нормальная, там, 500 тысяч, 800 тысяч лям, но затраты на него очень большие, ты просто в месяц отдаешь, там, почти 5 миллионов за то, чтобы его оплатить просто, чтобы просто его оплатить, поэтому сейчас этим бизнесом владеет другой человек, у Оска у бизнеса 45 миллионов. Сейчас на ваших экранах появится видео с обменом бизнесами и что я еще отдал взамен, чтобы заполучить свой новый бизнес. Пацана, посчитать потери, суммы нули, погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливаю лип, суммы на шее. Капли добра, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят, мог тебя взять, но ты не моя. Пацана, посчитать потери, суммы нули, погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливаю лип, суммы на шее. Капли добра, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят, мог тебя взять, но ты не моя. Пацана, посчитать потери, суммы нули, погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливаю лип, суммы на шее. Капли добра, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят, мог тебя взять, но ты не моя. Пацана, посчитать потери, суммы нули, погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливаю лип, суммы на шее. Капли добра, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерн на горят.
Ну что ж, я думаю, вы уже поняли то, что я обменял свой магазин оружия на 24/7 на Рублевке Южного, пацаны. Я этот бизнес всегда хотел, потому что, ну, во-первых, это 24/7, здесь всегда есть хорошая прибыль, тем более у меня был 24/7 Батырева, и я, как бы, отлично знаю то, что 24/7 это реально пиздатый бизнес, который требует вообще мало вложений в него. Просто главное, чтобы были всегда продукты и все. И финка здесь будет постоянно хорошая. Но взамен, пацаны, я еще отдал свой Бугатти, получается, 3К36, как вы видели, и отдал еще Ешку свою. То есть, получается, мне этот бизнес вышел примерно в 300 миллионов рублей. Примерно в 300 миллионов рублей мне вышел данный бизнес. Как бы я, честно, не жалею, потому что бизнес все-таки пиздатый, и я уверен в этом бизнесе, то, что здесь будет хорошая финка. Третий день я владею данным бизнесом, и я им очень доволен. Он уже хорошо себя показал. Я уже видел финку, которая здесь есть, и она здесь может быть еще больше в два раза. Поэтому, пацаны, можете как бы поздравить меня в комментариях, в принципе, то, что я себе приобрел такой новый бизнес. Как бы, да, я потерял Бугатти, теперь у меня маленький автопарк, как бы вот у меня 10 машин, ну, Нива как бы не считается, Елик тоже не считается, потому что Елик не мой, мне дали просто его на время покататься и все. Поэтому у меня, по сути, 8 машин, пацаны, 8 машин личных моих, Ешки как бы нету, Бугатти нету теперь. Теперь у меня чисто 8 машин лично моих. Но, пацаны, еще остались номера, как бы, АМР восьмерочки у меня остались, и топ восьмерочки у меня тоже остались. Поэтому, как бы, когда я куплю новую машину себе какую-то интересную, то какой-то из этих номеров я поставлю на эту машину. Подписота на меня напала, блин, Фому просится. Блин, я наборы стараюсь делать каждый день, но бывает, кого-то не успеваю принять. Вот это мой бизнес, госка 7 миллионов, получается. Собственник я, Кирилл Путбуль. Название Family Kirill Game. Давайте я вам покажу, как найти его по навигатору. Если вы вдруг только зашли на данный проект, либо просто не знаете, где Рублевка, просто пишите GPS, получается, себой пункт бизнесы, потом второй пункт 24/7, и вот девятый бизнес, это мой бизнес, Family Kirill Game, номер бизнеса вот девятый в списке вообще, а так номер бизнеса 19. Поэтому, пацаны, всех буду с радостью ждать в своем бизнесе. И мне кажется, из-за того, что я купил данный бизнес, стало легче всем, кто чинит целку на Рублевке, потому что я буду стараться, чтобы продукты здесь были всегда. Вот каждый день я буду стараться, чтобы здесь были продукты, и чтобы бизнес вообще не стоял на месте, чтобы всегда были продукты, и вы всегда могли приехать, купить ремку, починить свою машину, либо починить целостность своей машины. Поэтому в этом плане я буду стараться, чтобы всегда были продукты. Цены здесь стоят, пацаны, вообще самые почти низкие. Ремки по 3000, пацаны, и всегда они будут по 3000. Поэтому можете закупаться именно в моем бизнесе. Тем более скоро выйдет обнова, будет новый интерьер 24/7. И как бы будет реально по кайфу просто. Будет просто по кайфу. Поэтому всем советую закупаться именно у меня на Рублевке Южного. Потому что цены я поставил низкие. У меня в Батырево стояли ремки по 3000. И здесь также будут ремки стоять постоянно по 3000 рублей. Поэтому можете закупаться именно в моем бизнесе. Мне приятно, когда люди у меня закупаются. Реально, мне очень приятно. Вот, Фернандо тоже побежал закупаться ремками. То есть, реально, я сделал лучше всем. То, что я купил этот бизнес. Потому что здесь всегда будут дешевые ремки. Здесь всегда будут продукты. И все будет по красоте, пацаны. Если вы, допустим, на Шане стоите, можете тоже сюда приезжать покупать ремки. Вот, пишем Бусинес, пацаны. Вот, вы можете посмотреть, сколько бизнес за сегодня принес. Как бы баланс 1 миллион. В принципе, финочка здесь, пацаны, хорошая. Я реально доволен финкой. Кстати, кто-то мне продукты завез, но продукты были по 36 рублей. Если ты завез мне продукты и смотришь этот видос, пацан, то тебе большое спасибо, потому что я уже собирался сам возить продукты. И в основном я сам вожу продукты, как бы, поэтому... Да, пацаны, такое бывает. Ох, какая же здесь финочка, пацаны. Красота просто. Просто красота. За те 3 дня, что я им владею, пацаны, я максимально доволен. И вообще не жалею то, что я поменялся. Да, пацаны, вам финку не видно, но давайте сделаем так. Вы наберете 300 лайков, и я вам покажу в отдельном видосе финку данного бизнеса, и покажу, сколько я заработал за его владение, и вообще расскажу, как бы, стоит оно того или нет. Но я, честно, доволен, то, что здесь такая финка, пацаны. Как бы, да, вам ее не видно, но давайте вы наберете 300 лайков на этом видосе, и я вам обязательно потом покажу финку. Вот набирайте 300 лайков, и сразу же я выпущу видео, где я вам покажу финку данного бизнеса. По сути, пацаны, это, как сказать, мечта была, чтобы бизнес был рядом с домом. Ну, вон, получается, мой дом второй.
на этой улице. И вот рядом находится теперь у меня бизнес. То есть я теперь могу целостность там чинить. Например, могу реально целостность чинить игрокам. Пока что я этого делать не буду, потому что у меня нету времени на это. Но в будущем как бы можно будет этим заняться и чинить целостность людям. За счет этого еще зарабатывать деньги. Мне кажется, это будет очень круто. Планы такие, то что я сейчас буду деньги копить. Типа я буду сейчас копить бабки, чтобы отдать долг. И потом я уже буду копить деньги на компанию, чтобы купить хотя бы еще один магнум. Ну и потом еще буду постепенно копить деньги для развития бизнеса, потому что сейчас вместимость в бизнесе 11 тысяч продуктов, точнее 10 тысяч продуктов, а я хотел бы хотя бы сделать там 30 тысяч продуктов вместимость, и было бы реально по кайфу, мне кажется. То за 24 часа, я думаю, 10 тысяч продуктов уйдет. Как бы финка уже, время как бы 12 часов дня, финка уже 200 тысяч, как бы. Но точную финку я вам уже покажу в отдельном видосе, если вы на этом ролике наберете 300 лайков. Я вам реально все покажу, расскажу, поэтому не лените, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.